Ребята, всем привет! Вы на канале Диманя. В общем, этот влог сегодняшний будет про то, как мы будем праздновать день рождения Олеси и то, что мы подарим ей PlayStation 5. Она ее давно ждала, поэтому давайте смотреть. А сейчас я вставлю ролик, как мы поздравили с утра. С днем рождения, Олеся! Я тебе говорил, что торт мне это, поэтому... Ну, тортик вот. А вот тебе арбуз вместо меча. Будешь арбузом будешь играть. Будешь арбузом, в смысле? Ну как, в смысле? А как? Как? Вот так! С днем рождения, сестра! Расти большой, не будь лапшой, как говорится. Да! Вот тебе торт. Это мы тебя не будем толкать. Держи. Не видишь ничего. Тортик, уберись, да? Уберись ты! Я мне сюда выстрелю. Туда. Смотрите, у меня на попе. На попе сливки. На попе тоже. Да убери. Да стой, я тебе. Мне холодно из-за тебя. Это было эпично. Приятного просмотра. Еще катаются. Вау! И там где-то Эмили еще есть. Я именинница. Олеся, иди сюда. Если нам нельзя было заходить, все, день рождения мое, именинница я. Наша именинница Олеся. Неправда, это я именинница. А, Алена именинница. Да. Что, тебя укусила крапива? Да, там чуть-чуть, там просто оно чуть-чуть надо поддержать. Да. Давай, пару слов. Скажи, как тебе сегодняшнее утро? Отлично было, Алёна. Алёна знает, Алёна знает, как ее поздравили. Ты знаешь, как ее поздравил сегодня? Рассказывай. Нет. Они, короче, подходят, короче, я сплю, они, короче, меня будут. Я такая сижу, такая на спокойке такая. Мама дает мне арбуз и говорит: вот это твой новый мячик. Потом я говорю типа: а как мне его бусать? Дима говорит: а вот так вот. И вот у него была тарелка со сливками. Я думала, что это торт, они просто мне его дадут укусить. А он тебе, блин, а он, блин, вот так вот. У меня просто все было в этих сливках. Вот. Ты что делаешь? Все. Снимаем. Все. Мы, в общем, надвигаемся. Ужалила оса? Пожалей ее, пожалуйста. Ай, бляха, муха! Олеся, блин! На коленку. Давай, Олег, буцай. Ну, Деду Морозу. Давай. Что тебя ждет? Я думаю, что меня ждет там, такая, знаешь, вот это вот. Ай, блин. Треугольнички, знаешь, те, которые вешают. Вот эта вот штука ждет. Потом торт. Вот торт это ладно. Что ты видела? Ну торт я знаю, я там видела. Короче, я еще думаю, что там будет подарка. Подарка? Подарка. Какая подарка? Подарок? Да. Ну, короче, я вас знаю. Тебе понравился торт, что тебе подарила Алена? Да, очень! Я вот теперь, блин, только и буду одевать. Мне подарили мячик, вон он, желтенький. То, что Алена подарила, а не... А, Алена подарила щитки Nike. Ага. 34 су. Су! И тут такая ставка. Не-не-не, Дима, снимай, я сейчас делаю. Намного теплее, чем вот... Чем в доме, да? Дима! Ну? Нас тоже так. Это моя сестра. Нет, это я его сестра. Точно, это моя сестра. Все. Да, он ты его там. Давайте посмотрим, что вообще было уже подготовлено. Бам-барам пьяным. Смотрите, ребят. Вот такая тут красивая картина. Та ты шо, просто. 11 лет, девчонки. 11 лет. Крылышки. Тарелочки в виде футбола. Все на футбольной тематике. Боже мой.
тяжелый люкс. Да? А вот тут Анюта делает батат, который был в той печке. Про который я забыл. Не, на самом деле, наверное, вкуса нет. Нормально. Да. Ну, все чуть вкуснее. Конечно, вкусно. Ну, это полезно. Давай, где? Давай. Также Саша. Как ты думаешь, Оля, если вот это у нее там подарок какой? Я вообще не знаю. Туалетная бумага. Фанова хушка. Привет. Сделайте потише, сделай потише. Да ладно, это светилка. Она офигенная. Ну что, ты распаковываешь? Саша, подарок. Нет, я подарок. А я знаю, как такие заключивать. И, кстати, они не делали их просто скотчем приклеили. Олежка, ты потом... Олежка, не дергай. Не дергай. И скотчем приклеили, они не делали. Потому что они летали повсюду. Кайф. Ножницы вставляют. Давай, Олеся, ножницы. Ой, что я снимаю? Я выиграла чемпионат. Кристина, пальцы оттуда бери. Зачем вы так завораживаете? Да, потому что это вообще подарок. Убери его. Чашка. Что это такое? Дэвид, тихо! Дэвид! Я молчу. Все тихо! Как ты думаешь? Повесу. Это подарок. Повесу надо. Повесу. Ну как ты думаешь, что это такое? Подарок. Четверка! Это коробка с туалетной бумагой. Четверка, девятка. Семерка. Тебе ну, что, одной туалетной бумаги на год хватит? Пес! Это упаковка. Целый рун туалетной бумаги. Целая упаковка. Это упаковка 20. Давай. Штуки. Открывай. Это тебе телевизор в комнату. Не повредить, не повредить. PlayStation! Да! Давайте споем. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Олеся. Happy birthday to you! Woo! Здесь еще дело так. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Олеся, покажи, что у тебя. PlayStation! Это моё, что это было? Да ты ж не открыла. Тебе же взяли там 24 рулона туалетной бумаги внутри. Четвёртый! Ой, пятый! Стой, 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 сейчас не порвай. Там гарантия, там гарантия на... Все, потом. Давайте не покушаем. Все, потом. Покушаем. Папу привез с работы, папа там забирает вещи, и мы сейчас пойдем дарить торт. Пойдемте, я вам его покажу. Неси в компот. А ну, отойди. Смотрите, ребят. Вот такой вот торт мы сделали с Анютой. Бери руку. Короче, ребят, вот такой вот торт мы сделали вчера.
Подачу я придумал в сковородке. Шоколад здесь, он застыл. Внутри такая интересная начинка. Это персонажи футбольные. Вот, и такая эстетика футбольная, прям как Олеська любит. Подожгать тебя? Подожгать. Happy birthday to you. Только давай ты не будешь плакать. Я не плачу. Может, подождем, когда уже там будем стоять у нас на пороге, а то заметаешь. Все. Бери по сковородку. Вот, за ручку. Ну, только в морду вы не пихать, его футболист выпадет. Давай сфотографируй. Так, смотрите. Сейчас, подожди минуту. Я закрою. Стой, покажи. Вау, да ты что. Папа, пару слов. Мне мечта сбылась. Футболистки. Футболистки. Все, пошли. Так, сейчас будем зажигать. Только дайте мне зайти, пожалуйста. Иди, заходи. Как ты думаешь, какой там торт? Футбольный. Такая атмосфера. Два, и три. Заходим! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Папа платит. Загадывай желание. Так и не втыкать. Мы не будем. Нет, этот не будем. Ну, конечно. Набрала воздуха? Ну. Думаю, желание. Сейчас пухнет. Ну, помешали, ну. Загадала? Загадала. Зуууу! Ура! Все настоящее. Фигурки не кушаем, никто. Абсолютно ничего из этого нельзя кушать. Ну что, Олеся, это тебе будет такая сборная твоя. А это подача от нас с Аней. Торт в сковородке. А мячик просто... Так, а теперь быстренько все сели, быстренько совместное фото. Как тебе подарок? Класс. Тортик. И PlayStation, это плойка. А там вот она стоит. Да ты. Все, положите, пожалуйста, обратно его. Так, в общем, давай выбираем. Тебе понравилось? Конечно, я хочу мячик. Давай поцелуй. Я тебя не буду с краю. Ого, садись, я тебя открою. Иди сюда. Я думаю, что поцелуй. О, Олеска, ничего тебе теперь. Обалдеть. Мафия делает свой выбор. Мафия засыпает. Просыпает наш шериф. А шерифа разве не вы? Окей, принято. И просыпается у нас доктор. Доктор лечит. Подождите, у нас доктор шериф. А реально? Доктору надо сказать спасибочки. Так я старалась. Я звезда шоу. Я гость программы. И он опять забрал меня на телефон. Просто посмотрите, к нам приехали все гости. И тут на паркинге 6 машин стоит. Окей, ты за кого? За Аню. Стоп, не знаю, куда ты за Аню. Будь окей, ладно, игра закончена, да?
Почему еще Алена осталась? Тогда почему выиграли? Ты себя а мама говорит, если бы она сейчас убила бы кого-то из нас, и доктор не догадает, кого убила. Так, ну вот уже конец дня. Мы с Олеськой. Олесь, да. Ну иди сюда. Да! Пару слов скажи. Спасибо большое, что мне подарили PlayStation на все ваши деньги. Теперь вы просто бомжики. Что нужно сказать в конце видео? Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Диманя. И в ТикТоке тоже подписывайтесь обязательно, чтобы у него было 30к, когда я зашла на его ТикТок. Все, всем спасибо, всем пока! Все, ребятки, спасибо вам большое за влог. Я заканчиваю этот влог, потому что у сестры с Гофи день рождения. И мы заканчиваем влог, потому что он забыл свой телефон. Вот он, кто принес мой телефон. Все, давай. Всем пока. Пока.